Я сижу на берегу. Песня есть какая-то. Всем привет, ребят. Сижу вот, кайфую на берегу реки Сейм. На левом берегу. Вон челебобер мой стоит. Красавец. Птицы летают, стрижи кружат вокруг меня. Но у них тут гнезда как бы, и вот они беспокоятся. Сейчас я уйду, уеду, не ссыте. Вот такая вот природа, погода. И уронить бы шлем туда, в речку. Ну, классно вообще. Солнце скрылось, а так было, прямо жарило солнце. Ночью дождик был. А сейчас вот влажно так, душно. Ветерок немножко начал дуть. Смотрите, ну вообще красиво, да? На драколовку купить. Я все так думаю, купить. Может, завтра куплю. Да втихаря вот здесь ставить. Ну, только вы будете... Блоха какая-то. А, это не блоха. Я думал, блоха ест меня. Это не блоха. А, это самое. Драколовку здесь втихаря ставить. Только вы будете знать, что она здесь. Только здесь надо какой-то кол забить и веревку, ну, чтобы выбираться отсюда. Или вот оттуда спускаться и идти по бережку сюда, вот эти заросли. Я думаю, что, может быть, уже раки появились. И как бы это самое. И только так вылез немножко. Таким маневром. Сейчас едем домой, уже накатался на... разговаривался. Вот. Ну, этот вроде работает, нормалек. Мне нравится. Так, все взял, ничего не забыл, ничего не потерял. Кстати, меня вот сейчас не печалит, что она не с первого раза завелась, а со второго. Больше скорость поставить. 110. Вот это я валю, да? А, вау, идет. Классная природа, погода. Не у многих есть такая возможность, чтобы рядом с домом была такая вот такая природа и такие просторы, где можно просто на мотоцикле покататься. Помню, здесь не было этой переправы, этой плотины не было. Мы тут как-то в каком-то видео так переправлялись, просто что. Я вот думаю, этот аппарат может легко поучаствовать в покатушке с... эндуро мотоциклами, вот, с пацанами, когда мы катаемся, они на китайцах там, я на Хонде езжу. Я думаю, что этот аппарат, он как бы даже намного пободрее Хонды едет. Даже, наверное, скорее всего, он едет и быстрее, и бодрее, и вообще он тяжелый. Раньше я раколовку вот здесь ставил всегда. Вот в этом месте. Здесь лодка привязана. Или здесь, а уже оно заросло. Главное, под машину не выскочить.
внимание, прибрежная защитная полоса. Он пластиковый, знак, короче. Такой хороший знак. Вообще. Как его еще никто не отломил, потому что у нас как бы, наверное, хулиганов нету особо. Я сам мимо себя и то езжу тихо. Вообще потихонечку. Ну, чтоб сам себя не заругать. Типа, я же сам себя уважаю. Вот это я с него спрыгнул, чуть не упал. Еще побоялся, что я упаду, а он на меня упадет. Какашек привез. Все, всем пока. Он не заглохнет у меня, не ждите. Он потому что работает четко вообще. Тык-тык. Пойду выброшу. Не заглох, да? Я его заглушу сам. Смотрите. Через 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 и глушу. А он сам не заглох. Как бы вы там ни думали. Всем пока, всем добра. Всем, чтобы мотоциклы не глохли сами.